Приветствую всех зрителей канала, меня зовут Юрий Винкулераш, а это у нас продолжение Мэдисон. Здесь, конечно, очень страшно. Скримеров очень много, да? Мы разложили вот эти вот все портреты, куда назначено. И тут открывается дверь красная, вот такая красная дверь. Мы сюда вот, собственно, и прошли. И будем дальше сейчас выполнять, да, какие-то эти. У нас еще осталось с вами взять... и открыть два сейфа. Вначале там еще какой-то замок и часы. Что у нас все это, мы будем все это делать, да? Взяли, короче, какие-то зажигалки. Зажигалки работают. Так, все включаем нормально. И продолжаем, да? Теперь мы можем сходить посмотреть, что у нас в темноте находится, да? Вот так вот. Уже поинтереснее тогда. Так, открываем вот эту дверь и полетели. Что здесь? Темнота какая-то, да? Так. Что здесь? Так, вода какая-то. Вода. Тут отпечатки рук на стенах. Реально, да. Отпечатки рук на стенах. И что дальше? Что здесь дальше будет, братишка? Ты мне поможешь? Мне вот какие-то фотки. О! Отпечатки прервались. Резко, да? Резко прервались отпечатки. Еще дальше. Какая стена какая-то ровная прям, да? Туннель какой-то. Мы куда-то спустились. Налево, направо, чики-брики, пальчик выкинь. Так, налево идем. Идем налево, смотрим, что здесь. Какая-то фотка лежит. Можно взять? Нельзя. Фотки взять нельзя. Как туннель? Такой туннель вообще узкий-узкий проход, да? Так. Не забывайте лайкосики ставить, чувачки. Смотрите видосики, лайкосики не ставите. Обязательно ставьте. Так, мы заходим. Еще проход. Направо идем. Направо идем. Это туннель, короче, который бесконечно, да, идет? Надо выбрать, надо правильно сделать. Я так... Ой! Зажигалка, пожалуйста, работай. Мы вроде бы правильно нашли, нет? Пожалуйста. Мы неправильно, да, выбрали? А, правильно вышли. Так. Влево, вправо. Влево давайте, влево. Блять, да что за хуета, блядь? Пизда, так же можно вообще офигеть просто. Так, так, давайте направо. Потом направо. Короче, мы неправильно, походу, что-то сделали. Ууу, как страшно это было сейчас. Ночью-то, конечно, страшновато ходить. Но... О. А, неправильно пошли. Да блин! Что за бред? Там закрыто, назад пошли, короче. И что здесь? Ага. Идем прямо тогда. Идем прямо и просто смотрим в темноту. Вода какая-то. Ага. Так, вот это я слышал. Помойные эти ведра, тут что-то лежит. Так, длинный-длинный проход. А, мы пошли налево, давайте направо. Вот здесь мы, наверное... О, все, пошли обратно. Все, мы возвращаемся назад или что? Мы типа назад вернулись или что? Что? Только, пожалуйста, хватит скримеров. Пожалуйста, хватит скримеров, хорошо? Я уже испугался, да, пересрался. Пересрался, обосрался, просто вообще. Налево тогда идем. Вот вход еще какой-то. Стоп. О, фотка. Что за фотка? А фотки нельзя сделать нам? Фоточки нельзя? Мы фотки не можем делать, понимаете? Тут ход закрытый. Там туннель. Наверное, мы неправильно пошли все-таки, да? Сейчас посмотрим. Еще раз посмотрим. Фотки, фотки, фотки. Да. Здесь, короче, какой-то проход. Лестница. А, это мы, наверное, вот спустились.
А, мы назад вернули, что ли? Так это фотка красная, да? Может, сейчас надо реально сфотать? Посмотрим. Так, стоп. Попытаться сфотать надо что-то, да? Я вам говорю, там фотка не просто так. Для чего-то нам нужна, по-любому. А! Так. Скример пошел, прикиньте. Пошел скример. Так, сейчас проверим. Так, пошел скример, это хорошо. Что-то, короче, пошло. А здесь мы не были уже. Что, за ней идти или что? Стоп, назад. Ага, смотрите, один ход. Один только ход пошел. Уже интересно. Так, чики-брики, пальчик выкинь. Налево, я думаю, пойду сейчас. Направо. Типа на за ней идти? На... Есть! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну наконец-то, чуваки, это было жестко. Вот это было жестко, конечно. Ходить, бродить, что-то тут. Я иду прямо, все. Я... Все, у меня больше нет выхода. Ой! Ой-ой-ой! Сматывайся, блядь, отсюда. Я должен выбраться. Конечно, да. Давай сматываемся отсюда, быстрее, пожалуйста. Ну что-то вообще происходит неладное, да? Все, сматывайся, хитцерки, что-то тут... Эти кресты какие-то появились тут. Что это такое? Сука. Блять, я уже орать не могу, прикиньте. Что происходит? Как туда залезть? Все, темно? Ой, темнота пошла, я вам говорю, здесь ничего не видно вообще. Мы вышли на улицу куда-то. На кладбище мы вышли, да? Ой, чуваки. Да. Я вам говорю, это жесть. Кладбище, как я здесь оказался? Ты хрен его знает, как ты здесь оказался. Чувак, ты меня спрашиваешь? Ким Магленд. Короче, Ким Магленд. Дис... Ненавижу кладбище. Что, тоже не люблю, бро. Как вообще, тут так страшно. Угу. И что? Здесь пираты Карибского моря. Пираты Карибского. Ту-т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 у. Херзер. Мы просто прямо идем, да? О, дошли до куда-то. Угу. Рикт GG. Кому-то good game произошел. Кому-то good game, короче, произошел. О, здесь никого нету. Странно, что-то никого нету. Звуки слышите, да, какие-то, да? The Blue One. 1999. Blue One? 1953. Кто-то погиб. А что мы ищем-то здесь хоть? Какие-то зацепки есть? Эйрон. Рам Тор 988. Что здесь? Здесь ничего нету вроде бы. Так, зажигалка, пожалуйста. Это главное, работай. Гронг. Гронг какой-то. Леса. Лес какая-то. Тоня какая-то. Так. Крис Миранда. Дилан Карли Шон какой-то. Ким. Это в начале Софи. Так. Это мы в начале, да, где-то? Что нам дает-то хоть здесь? Что здесь? Костелло. Дантнет какой-то. Джоркюн. Чуваки. Не понимаю ничего. Пока что здесь вообще сейчас запутано. Мне что, надо зажигать их или что? Ведь налево сюда. Питер какой-то. Здесь очень много чего, смотрите.
Так, как-то так может пройти. Странно все это, да? Надо, короче, вход найти, я думаю. Сейчас вход найдем. А сейчас мы с вами вход найдем, и будет все хорошо. Там, наверное, вход должен быть. Здесь что-то сломано все. А, вот, по дорогам. По дороге просто идем. Мы просто идем по дороге, да? А, окей. Несложно тогда. Просто идем по дорогам, и я думаю, мы найдем вход. Да. Хорошо. А, похоже, что это место заброшено. Да, я тоже так думаю, бро. Мы просто по дороге шли. Спускаемся вниз, давайте. Я готов уже вниз спуститься туда. Так, и где мы окажемся? Обратно. Что я делаю, господи? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это ходы. А вы что думали? Он уходит глубоко вниз. Они уходят глубоко вниз. Как же страшно, да? Ой, обратно упали. Мы упали вниз куда-то. Мы не погибли? Я где-то проснулся. Господи, как я здесь оказался? Кто здесь жил? Кто здесь вообще? Кто здесь? Что здесь делает? Что за бред? Библикау. Читать. Посетите наши библейские лабиринты искусства. Наши лабиринты обновляются каждый год. Собор Святого Юпитера. Угу. Ну да. Это такое себе, да. О, фотка. А тебе надо фотать было? На, надо было реально сфотать. Я то не сфотал. Я красный вообще не фотал, прикиньте. Я все красные не фотал. Непонятно, зачем нужны были красные штуки, да? Так, ладно. О! Читать. Собор Святого Юпитера закроется свои двери церковь ужасом. Собор Святого Юпитера наконец захлопнет свои двери после многих лет небрежного отношения и отсутствия ответственности за работу учреждения. Правительство решило, что настало время положить этому конец. В соответствии с учетом жителей региона, собор Святого Юпитера полностью запущен, и анонс правительства — это ничего более чем политический ход перед выборами, который пройдет в следующем месяце. Важно помнить его длинный список происшествий, среди которых 1947-1949, смерть финансового работника во время постройки собора между 1943 годами. Исповедь Нэнси Коринг в 1951, который дал полицейский сам священник Луис III. 87-е. Массово отвергнутые поминки серийного убийцы Мэдисон Хейл. Стрельба 1992 года, которая трагично погибли 10 детей и 5 взрослых. Суицид отца Джордан 95-м. А собор Святого Юпитера наконец-таки закрывает. Понятно. Собор закрыли, да? Ну, что поделать. Закрыли так закрыли. 2022. Ну да. 2022, чуваки. Что это? Читать. А, посетить наши библиотеки, да. Так, окей. Здесь что? Так, где что? Схватить. Желтая свеча? Давайте. Что здесь? 1987. Офигеть, ну и места, да, вообще? Как вам такое место? Сфотаем, давай. Тысяча девятьсот пятьдесят первый. Create Ding. Что это такое? Чё за бред? Фото. Тут пусто вроде бы. Здесь вроде бы пусто, правда? Да. Открываем дверь. О!
Светло, хорошо. Шикарно вот здесь у вас. О, тут можно положить что-то. Давайте положим все на хранение. Что можно положить на хранение? Я даже не знаю. Это не надо. Это не надо. Это ладно. Не знаю, что ложить. Невозможно, это место выглядит по-другому секунду назад. Реально, да, по-другому как-то. Это мы типа вернулись назад? Стоп, подождите. Колокольня, треугольный камень, сповидная, желтый лабиринт, синий лабиринт, зеленый лабиринт, красный лабиринт. Желтый лабиринт 4. Надо налево пойти, да? Короче, я должен свечки расставить, я по-любому думаю. Надо свечки расставить, потому что желтая свеча. Я в этом уверен, прям. Я в этом уверен. Желтый лабиринт. Я думаю, надо в темные места идти все-таки. Нет? Что это? Вот сюда? Что здесь делать? А может все-таки взять и вот сюда поставить? Пока непонятно, да? Пока это сюда ставим. Окей. Просто прямо я пошел. Да, вот здесь выход. Ага. Здесь выход. Пока, короче, странно все. В желтом, в желтый этот поставили. Че, так надо будет очень много искать тогда всего. Хейл, это ее гроб? Пойдем, да, бро. The eye is missing. Ай отсутствует. Почему? Ай отсутствует? Так, подожди, чувак. Куда мы зашли? Красный, да? Здесь закрыто. Так, здесь закрыто. Лабиринты зеленые, красные, блин. Мне пока сюда не надо, я вам говорю. Мне пока сюда точно не надо. Мне надо найти... Сверху что-то есть, смотрите. А, вон он, сверху. Подожди-ка, стоп. Угу. Угу. Так, сматываемся туда-назад. Сматываемся туда-назад и смотрим, что там у нас есть. Зелёно-красный треугольник исповедня. Вот, в исповедню давайте сюда. Третья где? Исповедня сзади? Здесь сюда тоже надо что-то ложить? Угу. Желтый лабиринт, исповедня. Треугольный камень. Что за треугольный камень один? Blue Bell Tower. Треугольный камень. Где? Где треугольный камень, ты видишь? Туда идти. Все, давайте сюда сейчас пойдем. Вот здесь должен быть треугольный камень. Что за треугольный камень? Цвет смерти, цвет вина, цвет крови Иисуса. Цвет крови, цвет Иисуса. Цвет жизни, цвет мира, цвет наших маленьких ангелочков. Какой цвет? Какой это цвет? Это красный, да? А это? Цвет мира, цвет наших маленьких ангелочков. Цвет мира, это что? Какой цвет-то? Синий какой-то. Это? Красный.
Окей. Это красный. Так, собор дурацкий, да? Так, это соборчик. Здесь ничего нет, вроде бы, да? Он зеленый. Мы что-то сейчас сфотаем здесь. А, вот, смотрите, колокольня какая-то. Подождите. Что ты только услышал колокольное кладбище? Я только что услышал колокольное кладбище. Ничего нам не даст, да? Нет, это ничего не дает нам. Нам это ничего не дает. Все, сматываемся отсюда. О, типа снизу что-то вроде было, да? Так, давайте, у нас есть красная. И что мы с этой красной штукой будем делать? А, красный цвет. Это на синий, скорее всего, или какой там. Скорее всего, да. Так, ну что, идем на красный. Так, идем туда на красный цвет. Так, желтый мы вроде поставили. Красный цвет здесь? Да. Красный цвет и зеленый еще есть. А, это, наверное, зеленый. Так. Сейчас посмотрим, как-то так, может быть. Так, тупик. Тупик. Здесь что? Здесь тоже тупик. Тогда сюда надо идти. И здесь. Вот. Ну, все, у меня только один ход. Вот сюда. Цвет крови Иисуса? Заработало. Есть. Что-то заработало, короче. А там чё? А, желтое, значит, я как-то не тогда поставил как-то, да? Так. А желтое, значит, мы как-то это неправильно поставили. О, нет, мы сейчас запутаемся здесь, я вам говорю. О, есть. Мы отсюда вышли быстро как-то. Так, ищем туда вход в желтый проход и... Зеленое что-то все стало такое. А такое было? Нет, зелененькое все. И поставим все четко тогда. А где мы еще найдем свечи? Но свечей больше нет, по идее, да? У нас с вами свечей больше-то нету. Вот красный. Зелененький. Тут больше ничего нету. Тогда это точно не здесь. Сейчас посмотрим. Нет. 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 Забираем эту штуку. Она не горит нифига здесь. Она здесь не горит. Красная пошла хорошо, а это вообще не горит. Тогда идем ставить ее куда-то в другое место. А, синий тогда. Там что-то про синий цвет, что-то такое, да? Несли какую-то бурду. А или про зеленый. А зеленый слева был? Сейчас посмотрим. Красный и зеленый, да. Давайте в зелененький сюда сбегаем. Что-то по зеленому вообще. Тут есть какие-то штуки, нет? В лабиринтах могут находиться... Угу. В лабиринтах могут находиться. Вот сюда.
Нет? Нет? Здесь? Нет? Здесь? Нет? Что за бред? Так, это что, выход? Да, это выход. Это быстрый выход, да? Так, нам надо найти свечи. Нам свечи нужны. Где-то они должны быть. Так, свечки, 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 свечки. Может, они где-то лежат здесь, нет? Так, свечки вроде бы я здесь не вижу. Здесь чисто вроде бы. Свечей вроде бы нету, да? Так, сейчас на карту взглянем, посмотрим, что по карте. Здесь вообще, потому что я здесь ничего не вижу. У меня есть свеча получается желтая, но она не работает. По карте смотрим, а слева карта тоже есть. Красный лабиринт, зеленый, синий, желтый, исповедня. Треугольный камень, колокольня. Треугольный камень. Стоп. Краеугольный камень, исповедня. Где-то здесь получается, что-то должно быть. Что-то здесь должно быть, я вам говорю. Если они обозначили эту штуку. Давайте сфотим. Не работает, да? Не работает. Здесь что-то есть. Давайте назад. Сходим, посмотрим. Назад можем идти? Да. 1987, 1951. Здесь больше ничего нету? Давайте сфотим, я не знаю, вот эту. Чего? Что? А чё мы сфотали-то? Мы типа возвращаемся в прошлое или чё? Мы куда-то возвратились обратно назад? Мы возвращаемся, мы фотоем и возвращаемся назад, да? Стопы. Мы тут взяли желтую свечу. Желтая свеча 2002, да? Хорошо. Стопа синяя. Нам нужно синяя, зеленая, нет? Мы, короче, фотоем и возвращаемся назад. Угу. Тогда надо сфотать 51 год. И взять оттуда свечу какую-то. Реально, давайте сфотоем. Сейчас вернемся куда-то. 51 год. 87-й, давайте. Вот, 87-й. Мы вернулись. Давайте. Вау. Так, и что? О! Синяя свеча. Так, синяя свеча. У нас зеленой нету свечи еще. Ого, тут вообще по-другому. Здесь люди есть. Там люди есть, прикиньте. Hello. Извините. Excuse me. Это снова я здесь. В общем, я сделаю это. Я наконец-то сделаю это. Что? Что ты сделал? Мы по времени, короче, летаем. Вы должны понять, это было похоже на жизнь с монстром. Но нет, никогда не любил меня. Он был лжецом, он лгал мне. Он лгал вам. Он всем лгал. Он был лжецом. Он лгал себе. Он пытался сделать вид, что у него все было того прошлого. Не было того прошлого. Он злобный, мерзкий, отвратительный кусок мусора. Piece of chat. Знаете, он просто хотел жениться на мне, чтобы убежать от своих преступлений. Он знал, что его прошлое его настигнет. Он знал. Он пытался сделать вид, что все было позади.
Но у него было позади, он мучил его, мучил что-то там его. Что-то его, короче, мучил. Отец, вы должны понять. Ага. Он руководил газовой камерой. И что делает? Он взял столько невинных жизней и уничтожил их просто. Кто это поступает? Бывают дни, когда я посмотрела ему в глаза и видела пустоту, сплошную пустоту, ничего не смотрела. Меня в свет, в ответ. Он уже был мертв. Лишь Господи известно, сколько жизней он забрал, но теперь уже нет. Я убедилась, что он больше никому не вредит. Я убедилась, что он страдал. Я знаю, что Бог простит меня за мои грехи. Наш Отец в раю. Два святится, да придет Царство Твое, да будет исполнено воля на земле, как и в раю. Наш Отец в раю, да святится мое имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет исполнять воля Твоя на земле, как и в раю. Наш Отец в раю, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, будет что-то на земле, как в раю. Наш Отец в раю, да святится Твое имя, да придет Царствие Твое, да будет исполнена воля Твоя на земле, как и в раю. Он может пустые? Она одно и то же читает, да? Так, здесь что-то мы должны подобрать, наверное, зеленый цвет. Так. Наш Отец в раю. Цвет твое имя твое. Да придет Царство Твое за будущее исполнение во Твоя воля. На земле, как в раю. Ага. Наш Отец в раю, да светит Твое имя. Да придет Царствие Твое. Закрыто. Здесь закрыто, да? А в каком году надо будет мне расставить это все? В моем, наверное, году, да? Здесь карты нет. Сейчас бегаем на красный цвет. Я там что-то поставил же. Сейчас проверим, что там у нас. А синий, кстати, если я туда синий поставлю, надо было сразу забегать, наверное. Ну ладно, сейчас забегаю до красного, посмотрю, стоит ли тут что-то здесь или не стоит. Вроде ничего такого. Тут даже поменялось вроде что-то, да? Я просто по свету иду. Просто иду по свету. Ага, свет не так не сильнее, ну нет. Так, здесь, наверное, будет во. Здесь ничего не стоит. Угу. Так, давайте задача моя. Сейчас дойти до туда до синенького, поставить синенький. Что там будет с этим синим? Что будет с этим синим случиться? Так, куда идти-то? Блин, мы запутались, да? Мы с вами запутались. О, все, выход здесь. Так, сейчас до синенького бежим. Посмотрим синенький, что мне даст синий цвет. А тут вроде бы другой. А, смотрите. А, нет. Это тут везде так, да? Я думаю, просто цвета перемешали. Что здесь такое? Так, это, короче, понятно все. Так. Здесь раньше вот этот, короче, молились, видите? Из-за этого тут все хорошо было, да? Так, до синенького бежим. Пытаемся расставить все. Вау, синий цвет, это прикольно, конечно. Синий цвет самый классный, по-моему. Куда мы вышли хоть? Тупик какой-то зашел, блин. Как сложно здесь. Подождите. Здесь нет выхода. Здесь тоже нет выхода.
Угу. Так, вот здесь вход. Так, впереди вход. Направо. Здесь нет входа, да? Налево тогда. Так, налево. Здесь что-то непонятное. Здесь какой-то ход. Стоп, мы обратно здесь появляемся. Так, значит, вот сюда. А, во. Фу, блин, нашли. Так, куда это ставить? Не работает. Не работает. Не работает. Тогда возвращаемся назад. Я не знаю, правда, правильно мы делаем что-то? Я не знаю просто в этом. В каком году надо расставлять? В 20-м, 22-м? В 22-м, наверное, году надо будет расставлять все. Так, как отсюда выйти сейчас? Так, как нам отсюда выйти просто? Как нам надо отсюда выйти? Так, сейчас быстренько сделаем. Так. Мы запутались, блин. Куда выйти-то? А, во. Все. Сложно, сложно. Здесь было сложновато, да. Лабиринт-то здесь. Так, сматываемся отсюда. У нас есть синий, да? А 87-2002. 87. Да. Где-то здесь надо будет расставлять сюда. Так, сматываемся сюда. Так, здесь уже, видите, все сломано, все раз. Все реально сломано, да? Так, синенький. Так, у нас здесь синий. Что мы с ним будем делать? Так, ищем проход. Так, мы запутались. Налево. А, я помню. Проход был налево. Потом... прямо. Направо, да? Не знаю, сейчас будем ставить. Не работает. Ты что ли? Сюда? Это мир или что? Есть! Цвет слез Марии. Есть, заработала. Заработала, есть, ура. Ура, заработала. Вопрос дальше. Где? А желтый не работает. Желтый не работает вообще. Желтый вообще не работает ни на кой. Ни на кой. А желтый, наверное, в другом мире надо ставить. Мы его здесь нашли. Реально, желтый надо куда-то в другом мире ставить. В том. А, ну да, единственный вход, единственный, короче, выход его поставить в 57-м. 51-м. Все. Это единственное, что можно сделать, мне кажется. Потому что он не работал там. Все, мы сейчас желтенький здесь поставим. Давайте посмотрим. Здесь вроде бы не сложно. Да, здесь сразу вообще легко, все хорошо. Так, здесь. Давайте расставим. Ты работаешь? Нет, не работаешь. Ты работаешь? Есть! Есть, заработал. Хорошо. Остался. Один зеленый, да? Один зелененький остался. Где мне его искать? Где мне зелененький найти? You will be done. Может открыть дверь? О, стоп.
Он придет, он будет спать. Что? Он здесь. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Что-то свет начал моргать. О, цвет, смотрите. Взлетает, смотрите. Что? Мы нашли наконец-то. Ура. А кто здесь-то? А, нет! Отдашь мне? Нет, пожалуйста. Пожалуйста, отдай мне, пожалуйста. А в каком... Он еще одна свеча. А в каком мире? Наверное, не в этом. Ой, меня тащит. Что? Моя рука. Что это за... Что за фигня? Что за фигня происходит? Я в зеленый побежал. А где зеленый? Наверное, не в этом. Не в этом мире, да? Или в этом? Может, я зря сюда пришел все-таки? Ладно, давайте сюда. Проверим зеленый здесь, а потом, если что, 2002. 2022, да? Так, здесь вроде бы сложно было. Так, здесь что? Так, здесь что? Здесь что? Здесь что? Здесь что? Так, иди сюда. О, есть. Хорошо, сейчас мы сделаем. Так, проверим. Сюда ли поставить надо будет, нет? Наверное, вот сюда надо было поставить все-таки. Это не сюда. Это сюда? Нет, не сюда. Есть! Да, цвет наших маленьких елочек. Отлично. Куда бежим дальше? О, слышите, что-то звенит. Колокол, да. Это колокол, бро. Мы остались в 1951 году. Не вспоминай. А, мы сейчас наверх поднимемся, да? В колоколь туда, да? Моргает, моргает жестко, смотрите, все. Да, сейчас какие-то привидения. Ну да, я был прав, короче, я был прав, тут реально привидение. О, суки, блядь. Что за хуйта, блядь? А! Твари, блядь. Фу. Не сюда. Надо туда. Кто? Что? Чего? Противогазы тип, прикиньте, какой это был. Противогазы. Чизофрения, фигня. Мы погибли, типа, или что? Мы, типа, погибли? Свечи нету. Колокол, короче, да, должен быть. Но колокол вот здесь должен работать. А мы типа проснулись, непонятно как. Здесь, наверное, где-то, нет? Ну да, вот здесь колокол работает, видите? The color of death, the color of wine, the color of Jesus. Так, проверяем. Ключ какой-то лежит. Какой-то ключ. Откуда? А, там спереди дверь была, да? Все, сматываемся отсюда, да? Да. Сматываемся назад. И сейчас будет что сейчас? Выход какой-то через переднюю дверь, там, где вот сзади, там. Помните, она закрыта была? Наверное, вот эта дверь. Потому что больше я не знаю. Вот это самая передняя дверь. И вот здесь кто-то может вылезти сейчас на меня напасть. Я вам говорю, это возможно. Так. Закрыто. В смысле, дверь чё? Она закрытая. А, от кабин... от ее кабинки, типа, открыть или что? Девушку где спасать? Ну да. Наверное. 57-й надо туда максимум лететь. Открывать кабинку.
А, или колокол открывать 57-го года. Ой, куда мы пошли-то? Че, прикиньте, мы бесконечно бы ходили здесь. Так, не туда зашли. Или колокол открывать все-таки, да. Ну да, может быть. Сейчас посмотрим, сейчас проверим. Так. Let's go, let's go, let's go. 51-й, все. Так. 51-й, хорошо. Так, 51-й, отлично. Да, открываем ее. И там кто? Никого нету. Ханс. Ганс Гарин. 1951. Ханс Гарин. Красная фигня какая-то. Что ты? А, сука, тварь, заебал ты, блядь. Сука. Что за хуйня-то? За... Черт, блядь. Суки. Да, блядь, да идите нахуй. Че, с моего... Да, блядь. Суки, блядь, я вообще в ахуе просто. Я вам говорю. Да, сука! Да кто это такой, блядь? Чего он нас убивает постоянно? Чего, блин? У нас есть что? Вот это буква Ай. Буква Ай, я помню. А это что? А. Все. Это надо... Это, туда в 50 какой-то, да? 87-й, да. 87-й раз. Чуваки, зачем они нас значит разматывают эти? И там что-то буква А не хватало, да? Вот здесь. Вот эту штуку надо сюда. Madison Hill. 1944. А, типа нет буквы? 87-й. 84-й, 87-й. И? И? Дверь открылась? Фотку дать? Что сделать? Что делать дальше? Ой! Что за хрень? Да хватит меня пугать, такие вообще взрывы. Жесть. Это череп? Да реально? Я взял череп с собой? О, дверь открылась. Ну наконец-то какая-то дверь появилась впереди, я не знаю. Так, здесь что? Опа! Помните, да? Все фотки, миллион фоток. Брат на миллион лабиринтов. Что за хрень? Дверь какая-то пошла. Что за бред? Вот эта фотка прикольная будет. Давайте здесь фоточку сейчас сделаю. Вот эта фоточка вообще прикольная будет сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Бум. Все, фоточка есть, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуваки, чуваки. Открываем дверь. А, здесь ничего нету. Брикс? Да, кирпичи обычные, бро. А возьми что-то. Давай топо- молоточками идем. Что, назад идем? Давай назад. Так, назад идем, и я не знаю. Может, надо фотки какие-то, я не знаю, трогать. Может, какая-то здесь фотка есть, которая... А там что сейчас?
Чего? Замуровано? В смысле? Ломай это, как его, бери молоток, дубась. В смысле замуровано? Что делать-то? Туда-сюда? Сейчас будет открыто, да? А вот сейчас откроется по-любому. Да. Смотрите. В смысле? Что тут делать-то? Чего? Тут двери больше нету? Чё за бред-то вообще происходит? То была дверь, то нету вообще. То кирпичи какие-то, блин. А сверху чё? Это... И сейчас тут тоже пропадет? Сука! Да заколебал ты! Чего меня уничтожает-то? Опа, мы встали. А мы тут встали, что ли? И? Ой, все это обратно появляется. Это типа загадка какая-то, что ли? Мы типа идем сюда. Брикс. Кирпичи. Да. Кирпичи. А там чё? It's sealed off. Замуровано, да? Я типа что-то неправильно сделал, что ли, чё? Закрыт, смотрите. У меня же молоток есть, можем сломать, нет? Не получится так? Какие-то подсказки, наверное, что это? Что здесь происходит-то? И тут что? Все, буду просто стоять. Может, я просто встану? Может, так спиной идти? Почему не так делаем? Так, закрыто. Так, закрыто. Ладно, подлетели. Так, непонятно, да? Непонятно, что здесь происходит. Так, давайте вперед. Мы идем вперед, да, получается? Здесь кирпичи сразу появляются. Раз кирпич. Брикс. Ага, кирпичи. Так, дальше. Появляется что? Может, надо не дойти как-то до центра, потом назад как-то, да? Сейчас проверим. Сейчас проверим, все посмотрим. Здесь? Ага. Замуровано. Посмотрим. Может, сейчас откроется дверь? В открытую дверь, говорить надо как-то. Назад что-то сделать? Сейчас проверим, может, назад реально? Нет. Может, надо закрывать их? Типа их закрывать? Так, давайте. Посмотрим здесь.
Непонятно нифига. Так, давайте закрою сейчас. А потом чё? Что-то откроется? Нет сейчас? А, типа надо ждаться, может он откроется реально. Ну-ка проверим. Убегаем, убегаем! А, стоп. Тут ничего нету. Может, она сейчас появится, да? А вот сейчас можно появиться какая-то дверь? Нету ничего. Убегай, убегай, убегай! Сука! Убегай! Твою же мать, бля! О, я понял, короче. Беги, беги, беги! Беги, беги! Ярик! Блять! О, ебаный свет, блядь, вообще. О, чуваки. Ух, огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал. В описании будет ссылка на плейлистик, делитесь с друзьями. А мы с вами заканчиваем и будем уже в следующей серии это уже все проходить. Всем удачи и всем пока.